Экспозиция предлагает зрителю увлекательный рассказ о творческой и учебной жизни Академии и образовательного центра «Сириус», демонстрирует достижения студентов и учащихся, знакомит с техникой классической акварельной живописи. Всего около 250 художественных произведений. Открыл выставку глава города Анатолий Пахомов. Те, кто уже сегодня являются звездами, те, кто сегодня являются талантами и богатством России, сегодня работает в нашем общеобразовательном центре «Сириус» и отдают свой талант, свой опыт вот нашему подрастающему поколению. Я очень благодарен за сегодняшнюю выставку в городе Сочи. Хочу сказать добро пожаловать. Сергей Андрияко известен как мастер классической многослойной акварели. Неповторимая манера художника – это преемственность классических традиций акварельной живописи и академического рисунка XIX века. Среди картин мастера представлены такие масштабные полотна, как «Сирень», «Натюрморт с фарфором», «Водопад в Норвегии». 10 лет назад Сочи принимал персональную выставку мастера. Сегодня мы показываем учебное заведение дополнительно, образование, как оно выстраивается, и то, наверное, важную работу, которую мы проводим в «Сириусе», именно по обучению детей из регионов России. Учебные работы студентов Академии – это задания, выполненные в мастерских или во время пленарной практики. Украшения экспозиции – предметы декоративно-прикладного искусства, мозаика, миниатюра, роспись по керамике и фарфору, скульптура и иконопись. С его творчеством немножко знакомы, в общем, очень хорошая живопись. Насыщенные краски, такая жизнерадостная, это палитра. А вот с учениками вот сейчас вот первый раз знакомлюсь. Ну, впечатление приятное. Очень большой мастер, очень крепкий, таких, ну, из того, кого я не знаю таких, чтобы настолько крепкая живопись, настолько правильная. Восторг просто. Работы, выполненные в лучших традициях русской классической культуры, будут представлены в залах художественного музея до 6 августа. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.